Всем привет! Я Барсик, и сегодня я буду выживать в лесу. Итак, начинаем. Тут только что был сильный ветер, но он, видимо, уже закончился. Тут сильный ветер, поэтому меня может быть не очень слышно. Но я довольно-таки громко говорю, так что думаю, что меня слышно. Давайте изучать местность. Значит, тут у нас обычный лес. Кстати, моя цель еще найти Божью коровку. Но вряд ли она тут будет. Так, значит, мы идем. Бабочка. Полетела бабочка. Не знаю, увидели вы или нет ее, но такая беленькая с желтеньким полетела. Итак, мы идем дальше. Птички летают. Ага, тут мошки. Это как будто какие-то кусучие мошки. Я сюда не пойду. Значит, давайте выберем местность там, где у нас чисто и нету никаких кусочек мошек, потому что меня уже много покусали уже. И мне было очень больно. Так, давайте выберем местность, где мы будем выживать. Я так думаю, что на камушках нам пойдет. Вот тут. Тут мы, я думаю, и построим домик. Тут сильный ветер, в принципе, но он везде сильный. Теперь нам нужно найти какое укрытие, чтобы нам построить что-то. Это вроде какие-то колоски, они должны быть колючие, так что из них домик я не очень хочу строить. Так что я, наверное, вы знаете, что сделаю? Я, наверное, просто буду спать на камушках, тут же все равно солнышко. Так. С едой у нас проблемы уже решены, потому что у нас есть вот такие вот цветочки, и они очень вкусные, я их уже пробовала один раз. Ну, значит, у нас, в принципе, выживание идет хорошо. Мы будем очень хорошо выживать в этом лесу, потому что тут очень много всяких полезных вещей. Давайте вот тут мы и построим свой домик. Тут какие-то опять кусючие муравьи, или комары, или кто-то такие. Давайте вот тут будет у нас домик. Смотрите, вот я лежу. Я думаю, что кофточка мне не пригодится, потому что ж тут такая теплотень. Вот, посмотрите, солнышко такое хорошенькое. Хорошенькое солнышко. Итак, вот я себе такой мини-домик построила. Теперь это будет моя полянка с камушкой. Я лежу на полянке из камушка. Это перепою свою песенку. Барсик, лежу на полянке. Или как она там называется. Там еще есть белые цветочки. Они очень вкусные. А пока давайте потанцуем в лесу. Итак, танцуем. Ня-ня-ня-ня. Я милый котик. Я Барсик, лежу я на полянке из камушка. Ну ладно, все. Я думаю, что в принципе мы хорошо справились. И мы выжили в этом лесу. Но нам нужно еще чуть-чуть покушать, перекусить. Вкусненько так. Давайте оторвем цветочек. Пойдем на свою вкусненькую полянку. Но она не вкусненькая, но на миленькую полянку. И скушаем этот цветочек. Ням! Вкусненько было. С едой мы решили проблемы, с домиком мы решили проблемы, а вот с мытьем мы не решили проблемы. Нам нужно что же как-то мыться, потому что мы тут будем выживать неделю. Смотрите, какая бабочка. Не знаю, видите вы ее или нет. Давайте я поближе чуть-чуть подойду. Нет, вы, наверное, ее не видите, но она очень красивая, там еще и белая летает. Вот, вот она. Видите? Видите? Если да, поставьте лайк, поставьте. Вот она, видите? Не на нее навожу. Вот сейчас вы точно видите, так что поставьте лайк. Какая она красивая. А можно поближе? Мистер Бабочка, а вы можете не уходить? Ой, не можете. Ладно. Мытьем, я думаю, мы решим проблему. Потому что нам нужно найти просто озеро. Но озера в этом лесу нет. Но я знаю, что если пройти из этого в этот забор, то там будет большое-большое озеро. Но туда очень долго идти, так что я этого показывать не буду.
Но с мытьем мы, получается, решили проблему. С домом тоже. Но сейчас весна, хорошая весна. Так что я думаю, что нам не надо утеплять наш домик, потому что тут и так солнышко. Тут большое красивое солнышко. Вот красивое солнышко, так что нам не нужно утеплять наш домик. Итак, я думаю, что на этом мы закончим. Мы довольно-таки круто повызывали в лесу за 5 минут. Представляете? Неделя за 5 минут. Но я еще тут буду дольше вызывать. Но я с вами не буду показывать, как я вызываю целую неделю. Потому что с неделю это будет все одинаково длиться. Так что мы довольно-таки хорошо справились. И я думаю, на этом мы закончим. Итак, всем пока. С вами был я, Барсик. Мяу!